Привет, друзья! С вами Виктория. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовлю апельсиновый кекс. Апельсиновый бисквит получается очень нежный и ароматный. Подойдет как выпечка на Новый год или как рождественский кекс. Оставайтесь со мной. В конце я кекс попробую и расскажу вам свои впечатления, какой у него получился вкус, его преимущества. Для приготовления мне понадобится 4 яйца, разрыхлитель у меня 11 грамм, щепотка соли, сливочное масло или маргарин, 2-3 апельсина, в конце я вам напишу, сколько мне понадобилось апельсинов, 200 грамм сахара и 250 грамм муки. Полное количество продуктов вы найдете в описании под видео. В емкость добавляю 170 грамм размягченного сливочного масла. Добавляю 200 грамм сахара. Масло с сахаром взбиваю миксером в однородную массу. По одному добавляю яйца и продолжаю взбивать. Снимаю цедру одного апельсина. Я беру только оранжевую часть, потому что белая часть горчит. У меня апельсины небольшие, поэтому я добавила в итоге цедру двух апельсинов. И вот столько у меня получилось, это немного. И отжимаю сок из двух апельсинов. Ну, сейчас посмотрим, сколько у меня получилось сок. У меня получилось 100 миллилитров сока. В заранее замешанную массу добавляю цедру двух апельсинов. И 100 миллилитров апельсинового сока. И еще раз хорошо перемешиваю миксером. В муку добавляю щепотку соли, 11 грамм разрыхлителя. Перемешиваю. И просеиваю в заранее замешанную массу. И перемешиваю все миксером до соединения всех ингредиентов. Я буду использовать форму для выпечки кексов. У меня форма длиной 30 сантиметров. Для количества данного теста подойдет формочка диаметром 24 сантиметра. Смазываю форму сливочным маслом. Духовку я уже поставила разогреваться на 180 градусов. Подготовленное тесто выливаю в форму для выпечки. Тесто немного разравниваю по формочке. Ставлю запекаться апельсиновый кекс в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-45 минут. Через 40 минут приготовления можно открыть и проверить деревянной шпажкой. Кекс у меня запекался 45 минут, проверяю его деревянной шпажкой. Шпажка выходит сухая, значит, все готово. Апельсиновый кекс достаю из духовки и даю ему полностью остыть. Посмотрите, какой красивый и румяный он получился. Я подготовила блюдо, сейчас провожу немножечко вот так ножичком, чтобы ничего не прилипло. И перекладываю кекс на блюдо. Украшаем кекс по желанию, я буду украшать ломтиками апельсина. Можно кекс присыпать просто сахарной пудрой, либо можно растопить шоколад и полить растопленным шоколадом. И, например, украсить разными присыпками. Ну что, друзья, как и обещала, сейчас попробую кекс и расскажу вам, какой у него получился вкус. Я еще не пробовала, пробовать буду вместе с вами. Посмотрите, какой он получается в разрезе. На всю кухню пахнет очень вкусно ароматами апельсинов. Кекс получается вкусный, готовится очень быстро. Украсить такой кекс очень легко, можно просто, как я, дольками апельсинов, либо просто припудрить сахарной пудрой.
всем понравится, потому что апельсины любят все. Очень хорошая выпечка на Новый год, на Рождество, просто к чаю. Замечательный рецепт, очень рекомендую вам его приготовить. Пользуясь моментом, всех поздравляю с наступающими праздниками. Берегите себя и своих близких. Пока-пока!